Вау! Доброго дня, пане Валентине. Хочу подякувати за чудове започаткування цікавої премії. Задоволений, дивлюся 1М2 і планую потрапити на шоу. Читали, що не всі номінанти ще озвучено і ще буде кілька номінацій. Чи можете розповісти, які саме? І запитання друге. Кілька присутніх імен на номінаціях викликають подив, як власне відсутність багатьох імен артистів. До прикладу, прорив року, я була впевнена, що туди потраплять Діана Добриднєва, неймовірно чудова співачка з прекрасними кліпами, чи, приміром, вже згадувана тут сонячна Світлана Тарабарова та інші. Дякую за коментарі і з нетерпінням чекаю 26 листопада. Дякую за запитання і за перший такий схвальний відгук стосовно того, що ми робимо. Але скажу, що і я вже казав, що і Світлана, і Аня Добриднєва, вони не могли попасти в номінацію «Прорив», бо вони існують на нашому небосхіллі зірковому вже не перший рік, і тому їх там немає. Хоча я дуже з цікавістю ставлюся до того, що зараз там майже там в останніх двох кліпах почала робити Аня Добриднєва, і взагалі, ну, докладав певних зусиль для того, щоб вона почала працювати як сольна співачка, і щоб в неї все було, ну, так, як зараз. А там чуть вище, там какой-то один короткий. А. А, я вот по поводу, не хотелось ли нам сделать общенациональную музыкальную премию. Не буду там остальную часть вопроса читать. Скажу, что общенациональную музыкальную премию должна делать какая-то независимая общенациональная структура. Потому что, по большому счету, музыка совершенно не ограничивается там, ну, поп-музыкой или мейнстримом, который показывает М1. У нас там невероятное количество электронной музыки, которая звучит, живет там, в клубах и вообще в музыкальном пространстве. У нас есть там какие-то яркие новые имена. Там, вот мы только вчера смотрели новый клип проекта, который называется «Морфом». И я сегодня написал ребятам письмо с просьбой дать нам эфирного качества файл, для того, чтобы мы его показали. Вот. Я просто веду к чему? К тому, что если делать большую премию, то в ней нужно будет учитывать, и, во-первых, другие поколения музыкантов, которые работают в поп-музыке. Вот. По большому счету, нужно тогда заниматься джазовой музыкой, нужно тогда заниматься академической музыкой, нужно заниматься фольком, причем как классическим, так и модерновым. Там, типа той музыки, которую там делают Даха Систерс или Даха Браха в прошлом. Для этого должна существовать какая-то большая организация в стране. Вот, Грэмми – это, условно говоря, академия звукозаписи американская, в которой работают звукорежиссеры и звуковые продюсеры практически всех звуковых жанров. Там даже есть отдельные премии за радиоспектакли или аудиоспектакли, отдельные премии за какие-то там аудиокниги и так далее. У нас в стране, к сожалению, пока я не вижу такой возможности это делать. По крайней мере, М1 пока не готов брать на себя всю широту звуковых проявлений человеческого творчества и делать из этого большую премию. Какую музыку сами любите слушать, какой музыки не хватает украинскому шоу-бизнесу? Редко когда я могу себе позволить слушать музыку не по работе, но если это не по работе, то это джаз. Вот, это иногда современная академическая музыка.
Мне нравится то, что начали делать украинские музыканты в электронной музыке, которая пока не получила какого-то устойчивого названия. Я уже упоминал сегодня Морфом. Есть еще несколько проектов, там They Rised. Есть достаточно много диджейской музыки, когда диджеи не просто крутят там винил или компакт-диски, а делают что-то на волновых фразовых синтезаторах, и у них получается такая симпатичная музыка. Поэтому такую музыку я тоже слушаю. Какой музыки не хватает украинскому шоу-бизнесу? На самом деле рынок достаточно хорошо заполнен, но я все еще жду певца с низким голосом. Нечто такое должно появиться в конце концов, потому что все мужчины у нас там теноры и все такие герои не сбывшейся любви, а пора бы там получить какого-то сильного бойца, который побеждает женщин, а не страдает от того, что они его побеждают. Вот. Но на самом деле надо еще понимать, как функционирует украинский шоу-бизнес и где он живет. Да? У нас есть достаточно ограниченное количество площадок, которые формируют формат исполнителей. У нас есть там 2-3 официальных площадки, там, скажем, Дворец Украина и какие-нибудь официальные площадки в крупных городах. Вот. У нас есть какие-то театры, в которых могут выступать музыканты, умеющие играть тихо. Вот. У нас есть какие-то клубы ночные, в которых можно играть танцевальную музыку или музыку, под которой можно двигаться. Вот. Но у нас достаточно мало площадок, на которых могла бы там реально получить какую-то нормальную жизнь рок-музыка. Стадионы, получается, и позволено там пока собирать очень немногим. А где еще жить рок-музыкантам, как не в докере на Абалоне или там в Пассаже, я, по правде говоря, не знаю. Даже вот появление сейчас клубов уровня там Центрума или Атласа, оно вряд ли, даже при полном заполнении, дает возможность хорошо развиваться рок-музыке. Я думаю, что по поводу музыкального образования. У меня есть музыкальное образование. У меня высшее музыкальное образование. И мой диплом касался драматургии современной оперы. Если вас это обрадовало и огорчило, сори, но в начале 70-х в начале 80-х прошлого века приблизительно вот так вот выглядело музыкальное образование. Пою с детства, пишу слова песни, и записала. Хотела бы двигаться дальше, что посоветуете? Советую искать продюсеров или идти с этим всем на радио, или, может быть, даже к нам на М1. Не советую, если честно, все выкладывать сразу в сеть, потому что там мое глубокое убеждение, что то, с какой прытью музыканты воспользовались лет там 10 тому назад порталом MySpace, оно фактически убило для многих возможность зарабатывать деньги на своем творчестве. Не нужно сидеть дома, написали песню, показываете ее. Но только желательно показывать это не только там своим друзьям, маме, папе, которые там потенциально и скорее всего оценят это все позитивно. А показывайте это тем людям, которые
может быть, поймут, что у вас есть некие таланты, вы сможете заполнить какую-то нишу в шоу-бизнесе, и, соответственно, на вас можно будет заработать деньги, и вы таким образом тоже заработаете деньги. Почему нет номинации «Дуэт года»? На самом деле, вот мы себе ломали голову, как правильно назвать вот номинацию, в которой две там, или три существующие отдельно творческих единицы там слились в дуэте или в трио. Вот. Поскольку там, когда говорят дуэт, у меня возникает в голове образ не ангелов. Вот. А на самом деле вот таких вот парных песен или клипов, поскольку мы говорим о клипах, было не больше, чем клипов, где там не только два, а три, четыре музыканта собирались вместе. Поэтому вот то, что обычно называют номинацией дуэт, у нас называется номинация проект. Вот там вот у нас есть мозги, которые, ну, которые являются смесью нескольких музыкантов. Там есть Quest Pistols Show, где тоже, ну, постоянно подвижный такой состав. И там есть дуэт Потап и Настя плюс Бьянка. То есть сами Потап и Настя, они в нашей классификации подпадают под понятие группы. Потому что если бы мы сказали дуэт года, то у нас была бы Настя с Потапом, был бы дуэт «Не ангелы», и на этом даже список номинаций был бы, ну, список номинантов был бы закрыт.